Таможенная служба Таиланда пресекла контрабанду 250 килограммов слоновой кости. Общая стоимость такого товара оценивается в 300 тысяч долларов. По данным информагентств, сотрудники таможни обнаружили деревянные ящики, в которых якобы перевозился мрамор. Но вместо этого там оказались 4 сумки, набитые бивнями слонов. Выяснилось, что контрабандный груз направлялся из Республики Конго в Лаос. Отмечу, что в Таиланде это уже 11-й случай перехвата контрабанды слоновой кости с начала года.